есть игроки, которые поиграли в Лиге ВТБ, в Евролиге. Ну, здесь, наверное, больше контакта, такой вязкой игры. Вот. И для нас была отличная практика с Андреем, потому что мы не попадаем сейчас в ротацию главному тренеру. Наверное, где-то было тяжело, может, не очень влились в игру. Нужно улучшать. Ну, игра прошла плохо, мы проиграли, но еще есть ответная игра в Уфе. Поэтому есть шансы всего 7 очков, поэтому во второй игре можно победить и выйти в следующий раунд. Было много ошибок в защите, мало разговора на пик-н-ролле, на заслонах. Соперник этим воспользовался, от этого получилась разница, не смогли догнать. Надеюсь, что ко второй игре подготовимся лучше, наладим разговор и обязательно приедем с победой. Москва! Давай. Что исправить? Исправить, что, я думаю, невозможно исправить. Если бы возможно тренироваться в этом составе, 3-4-5 тренировки, это было, конечно, очень хорошо, но это не будет. Мы смотрим, кто будет там играть. Ну, и надо тренироваться, бороться больше, мы молодая команда. Мне надо играть с большим энергией, чем сегодня. Сегодня был несколько раз, но надо быть больше. Невозможно, эта команда, как Уфа, имеет 12 подборов больше, это 12 атак больше. Это очень много, очень большой подарок мы сделали. Пойдем.